правильно это или нет, было пренебрежение к некоторым уважаемым атрибутам. Например, он сажал меня на колени, показывал фотографию, на которой был изображен Папа Римский, перед которым все вокруг склонялись, и говорил: «Ну-ка, посмотри на этих людей. Вот тут один стоит, а все остальные кланяются. В чем же разница между ними? Да просто в том, что тот, который стоит, Папа Римский». Мой отец так или иначе ненавидел Папу Римского и любил приговаривать: «Разница в эполетах». Конечно, не в случае Папы Римского речь могла идти о генерале, обмундировании, высокое положение. Но у него те же людские проблемы. Он обедает, как и все остальные, ходит в уборную, у него те же проблемы. Он просто человек. Почему они ему кланяются? Почему? Только из-за его имени, его статуса, его одежды. Не потому, что он сделал что-то особенное. Нобелевская премия. Стоила ли того Нобелевская премия? Я как бы вам сказать... Я ничего не знаю о Нобелевской премии, я не понимаю, о чем все это, что ее стоит, что не стоит. И если люди в Шведской академии решают, что X, Y или Z получает Нобелевскую премию, так тому и быть. Я не собираюсь иметь никакого отношения к Нобелевской премии, это лишь боль в заднице. Я не люблю почести. Я ценю проделанную мной работу и людей, ценящих ее, и я знаю, что другие физики используют мои работы. Ничего больше мне и не нужно. Я не думаю, что есть смысл в чем-то еще. Я не вижу смысла в том, что кто-то в Шведской академии решает, что эта работа достаточно блестящая, чтобы получить награду. Я уже ее получил. Это удовольствие от понимания вещей, толчок к открытию, исследования, которые используют другие люди. Вот это настоящие награды, а почести не настоящие для меня. Я не верю в почести. Они раздражают меня, почести мешают мне, почести — это эполеты, почести — это форма. Папа воспитал меня так, я не выношу этого, меня это задевает. Когда я учился в высшей школе, первой моей почестью было избрание в Ариста. Это группа детей с хорошими оценками. И каждый хотел стать членом этой группы Ариста. И когда я попал туда, я понял, что все, что они делали на своих собраниях, так это обсуждали. Кто еще удостоился чести присоединиться к такой замечательной группе, как мы? И поэтому мы сидели, пытаясь решить, кого еще можно допустить в Ариста. Такие вещи по той или иной причине психологически беспокоят меня, и почему, я сам не знаю. Почести. С того дня по сегодняшний они беспокоили меня. Мне не нравятся почести. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.